Я просто я еще жду Украину всю. О, ты музыкант. Ну, самоучка, но можно сказать и так. Вот. Давай устраивать музыкальный батл. Давай. Сыграй, спой, ты, потом я. А что спеть? Ну что у тебя, что-нибудь любимое? Любимого просто много. Давай так, лирическое или веселое? Лирическое. Давай. В общем, душевное. А вы знаете Стрекала? Я знаю только одну песню, «Ты не такая». А, ну я спою другую. Нет, а давайте мы оба споем. Сначала вы споете песню «Ты не такая», а потом я не спою песню «Ты не такая». «Ты не такая», я просто ее не пела. Сейчас я найду аккорды тогда. Прям кусочек припева. Да, давайте. Сейчас. Сейчас я... Музыкальный. Я только буду анализ понять. Мы познакомились с тобой на дискотеке вроде. Я приобнял тебя рукой, и ты была не против. Я пригласил тебя к себе, совсем тебя не зная. И мы поехали ко мне на скоростном трамвае. Ты не такая, ты не такая, как все, особенная. Искра сотую в душе, хоть я спокоен. Кажется, мне что я недостоин женщин вроде тебя. О, прикольно. Как? Подожди секундочку. У меня, наверное, высоко это будет. Когда мы прибыли с тобой, уселся на диване и слушал час бессвязный твой поток сознания. Вот мы разделись и легли, ты у стены, я с краю, но ты сказала мне прости. Я не такая. Ты не такая. Вроде тебя. Класс. Как тебя зовут? Откуда Очень ты? Круто звучит. Откуда ты? Я Рин. Рин? Из Днепра. Арина. Арина. А ты... У тебя есть свой канал в Ютубе? Нет. Вот. У меня есть. Иначе с тобой посмотрел, там 1700 человек, да. Вот. И все ставят тебе сердечки. Там пишут, какая ссылку на канал. Да, сейчас ты можешь прийти посмотреть эти, ну не ссылки, я тебе просто найду, напишу название канала. Да, да, да. Вот. Может быть, потом я на этом канале, или мне там еще есть канал Lucid Music. Вот. Ты это. Спасибо. Вот, заходим. Можешь сейчас прийти посмотреть. Я сейчас тебе могу показать, что не отключайся, погоди. Сейчас ты увидишь, сколько сердец, сколько сердец. Сейчас тебе кидаю, смотри. Спасибо. Спасибо всем за сердечки. Да, я зашла, я вижу. Зашла, да? Вот. Да. Так что так вот. Вот. Ну, вы очень здорово поете. Спасибо. Можно задать вопрос? Ну-ка, давайте. Ну, мне просто интересно, как сделать эхо в звуке? У меня просто для этого... На выводе. А это на выводе не сделаешь. У меня просто отдельное специальное оборудование. Ну, я профессиональный музыкант, поэтому я специально... Оно у меня... Понятно. То есть это штука, ну, немножко дорогостоящая, но в принципе, да.
это решаемо. Mm-hmm. Вот. Понятно. Ну все, Арин, спасибо, рад был тебя видеть. Спасибо вам, пока. Пока, мои хорошие. Особенная искра с красотою в душе, урок усвоен. Теперь понятно, что я недостоин. Знаете эту песню? Женщин вроде.